Как же строится отрицание в настоящем времени с глаголами действия? Мы говорим I work, я работаю каждый день. Но he works, он работает каждый день. Чтобы сделать отрицание, например, я не работаю, нам нужно просто добавить слово don't work. I don't work. И he works, но отрицание будет he doesn't work. Обратите внимание на то, что слово work в отрицании остается одинаковым. То есть S-очка убралась, никаких окончаний нам уже не нужно. Итак, давайте потренируемся. I go, я не хожу. I don't go, he goes. Отрицание, он не ходит. He doesn't go. We study, we don't study. He или she studies, she doesn't study. It says, it doesn't say. Понятна логика? Надеюсь, что да.